Автомобиль – это хранилище легко воспламеняющихся материалов – бензин, масло, резина, краска. Как правило, возгорание в машине происходит из-за неисправности топливной системы и электропроводки. Автозапуск в сегодняшние морозы также может стать причиной пожара. Немаловажную роль являют подогревы двигателя, которые подключаются к электросети. Также у нас при эксплуатации автомобиля утепление моторного отсека осуществляется горючими материалами, что приводит к возникновению пожара. Ну и случаи были попадения легковоспламеняющихся жидкостей на раскаленные части двигателя. Последний случай в Нефтеюганске произошел из-за замыкания неисправной проводки в моторном отсеке. В зимнее время количество пожаров авто значительно увеличивается. Чтобы отопительные приборы не привели к трагедии, необходимо обслуживать их у специалистов. Пожарная безопасность зависит от бдительности и ответственности его владельца. Необходимо своевременно проводить техническое обслуживание автомобиля, своевременно проводить регламентные работы на установленном оборудовании, это как газобаллонное оборудование, электроподогревы, автозапускные устройства. Также необходимо иметь в машине огнетушитель. Немаловажным условием безопасности является наличие исправного огнетушителя. Стоит отметить, что автомобилю достаточно всего 5 минут, чтобы полностью выгореть. Если не удалось предотвратить распространение огня, отойдите на безопасное расстояние 10-15 метров, чтобы избежать последствий от взрыва бензобака. Алина Морозова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».